Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга убила своего новорожденного сына, а тело выкинула в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, подозреваемая 4 августа в своей квартире родила мальчика, после чего убила его. Тело младенца женщина поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточная. Как уточнил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, вечером 6 августа женщина поступила в больницу, ей была сделана операция. Когда она пришла в себя, то местонахождение ребенка правоохранителям указать отказалась. Впоследствии 16 августа сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок недалеко от места жительства подозреваемой в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка. Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила. 4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка. «Когда поняла, что все кончено, то избавилась от тела», — сказал Горелых.